Сборной Овечкиных в этом году стало больше. У Александра родился второй сын. Назвали Ильей. Старшему сыну Сергею 2 года. Папа. Давай гол, Сереж, забивай. Сережа уже готов выйти на замену. Браво! Александр все время занят в офисе. Офис – так болельщики называют левый круг вбрасывания. Место, откуда Александр всегда забивает. Офисного сотрудника Овечкина встречают всей семьей. Овечкин, или ласково Ови. Недавно именинник признался, что главная его сила – нежность. Сильнее Ови стал 4 года назад, когда женился на красавице Анастасии, дочери Веры Глаголевой. Это самая трогательная пара в хоккейном мире. Познакомились они на Олимпиаде в Пекине. Насте было 14. Овечкин попросил номер телефона только через 6 лет. Зато предложение сделал почти сразу. У Ови не только вкус хороший, но и аппетит. В Америке уже научились готовить любимый борщ Овечкина и макароны с курицей на случай, если Насти рядом нет.